Ледяное чудо, звон колокольчика, слезы дождя. На этот раз на стенах Брестского областного краеведческого музея вся красота и поэтичность природы, растительного и животного мира. Всего в экспозиции почти 200 работ. Фотографировали дети. Для вдохновения им достаточно всего одного – взглянуть на окружающий мир через камеру. Мы открываем 15-ю фотовыставку «Малая родина в объективе». Выставка является уже традиционным конкурсом среди учащихся нашего города. В этом году еще больше работ. С каждым годом выставка и конкурс нас набирает все больше участников. Словом, Брест в объективе фотоаппарата оказался красивым и душевным. О малой родине и любви к ней юные фотохудожники рассказали во всех красках, ярко и живописно. И неудивительно, малая родина для них – родина великая. Птицы и цветы, аисты, лебеди, белки, хлебные поля, ирисы и васильки, крепости пуща, луч солнца и порыв ветра. За каждым снимком какая-то история. В основном у нас дети зависают в телефонах или в каких-то играх, танчинках, там какие-то монстры. А вот эти все-таки необычные дети. Они могут увидеть красоту в природе, в людях, в зданиях, все это запечатлеть и все это оставить на века вот в своих работах, в своих фотографиях. Награждение победителей состоится через месяц. Итоги фотовыставки будут подведены 6 апреля. К слову, всего 7 номинаций: пейзаж, природа родной земли, животный мир, мой Брест, моя гордость, во славу общей победы. Но какими бы ни были результаты конкурса, каждый, кто сумел посредством снимка рассказать свою искреннюю историю, уже победитель. Виктория Нечаева, Эдуард Букнович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».